Одинцовские единороссы вместе с жителями почтили память защитников Отечества у мемориала славы с вечным огнем в центре Одинцова, где состоялся митинг и возложение цветов. В памятной акции принял участие депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков. В этот же день парламентарий лично поздравил с Днем защитника Отечества ветерана-афганца Рената Шафикова, сотрудника Одинцовского краеведческого музея.